Смотрите, пожалуйста, нашу традиционную утреннюю зарядку. Тем более, что у нас в гостях человек, который знает о ней все и даже больше. Аня Чикина, доброе утро. Доброе утро. Судя по плоскому животу, праздники прошли хорошо. Успешно. Но ты как-то смогла это все оливье спрятать было мало. Да. Туда, внутрь. Оливье разложилось плоско. Вот. Зарядку мы будем с вами не смотреть, а выполнять. Поэтому поднимайтесь и поехали. Начнем с вами с упражнений для шеи. Мы с вами вытягиваемся ухом наверх и здесь останавливаемся. Дальше у нас с вами начинает двигаться плечо. Двигаем плечом по кругу, хорошенько стягивая его вниз к тазу. В одну сторону и в другую поехали. К тазу с оливье? С селедкой под шубой. Ну, получается так, в том направлении. Так. Есть вторая сторона. Что-то хрустнула, Аня. Ну, утречка, вы же еще не разминались. Мне кажется, даже зрители слушают. Не знаю, я уже разминалась. В другую сторону. Ой. Главное не переборщить, а то можно вот тут заклинить себя. Останавливаемся. Так. Руки складываем в замок на затылок себе. Это уже без нас, пожалуйста. Хорошо. И отпускаем голову вниз. Двигаем подбородком право-лево, право-лево. Чувствуем, как сзади вытягиваются мышцы на шее. Анечка, это прекрасное упражнение, но как они помогают народу сгонять постновогоднее оливье? Так это к вам вопросик. Наша задача – дать организму проснуться, а уже излишки оливье, тут уже нужна более серьезная работа. Тут надо пешком идти на работу. Добавляем с вами следующее упражнение для грудного отдела и плечевых суставов. Мы стоим на месте, таз наш не крутится, его фиксируем и двигаемся только рукой и корпусом. Что ты будешь с ней делать? У нее все время таз. Аня, а, пожалуйста, прекращайте. У нас сейчас только одна ассоциация с тазиком. Ну, по вам незаметно, что вы что-то там ели. Мы закамуфлировали. И теперь на вдохе раскрываемся, большие пальцы направляем назад, на выдохе скругляем спину. Снова вдох, разгибаемся и выдох, скругляем спину. Обратите внимание на поясницу. Сильно в пояснице не прогибаемся, больше в верхней части спины. Два раза еще. А если спина уже скруглена по жизни? Она, да, она, естественно, скруглена. Там у нас кифоз, скругление. Ага. А что делать, если вы шахматный конь? Укреплять мышцы. Тогда все будет хорошо. Да, Анечка, последнее упражнение, у нас 30 секунд. Последнее упражнение для тазобедренных суставов. Делаем с вами наклоны. Или еще лучше, делаем с вами приседания. 30 секунд, сколько раз мы успеем сделать. Ого. А вот Аня и пошла делать. Аня, ты можешь попрощаться с нашими телезрителями, вот, делая упражнения? Конечно. Всем желаю бодрой недели, хорошего питания и много прекрасных физических упражнений. Конечно. Не забывайте делать упражнения, тем более такие можно делать и на работе. Да. Да.